Здравствуйте! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Рубрика «Епархиальные вести» расскажет о праздновании памяти святителя Спиридона Тремифунского, конференции, посвященной 1025-летию крещения Руси и других событиях. 25 декабря высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, возглавил божественную литургию в Воздвиженском храме села Воскресеновка. Ему сослужили благочины первого Липецкого церковного округа протоиерей Константин Гришин, настоятель храма протоиерей Дмитрий Киричук и духовенство епархии. В этот день церковь прославляет святителя Спиридона, епископа Тремифунского, чудотворца. Спиридон Тремифунский – это великий угодник, который доказал силу Божью своими поступками, своей жизнью праведной. Он помогал людям, прославлял Слово Божие. Святитель Спиридон чудесным образом укреплял христианскую веру. Например, на Никейском соборе он доказал единство Пресвятой Троицы. Кирпич в его руках распался на три свои составляющие – огонь, воду и глину. По слову святителя Спиридона, пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Благодаря дару прозрения святитель знал тайные грехи людей и призывал их к покаянию и исправлению. Несколько лет назад Господу было угодно, чтобы я приложился к частице мощей святителя отче Спиридона. И вот с тех пор как-то вот на сердце, на душу легло то, что вот его божественная помощь помогает нам и в строительстве, и во всем. Поэтому вот его духовная помощь, мы всегда ее ощущаем и чувствуем. Святитель Спиридон Тремифунский почитался на Руси наравне со святителем Николаем Мирликийским. Помощь этих святых ощущается и нашими современниками. И сейчас в храмах появляются иконы забытого когда-то святителя Спиридона. 23 декабря в актовом зале лицея села Хлебное прошла районная ученическая научно-практическая конференция, посвященная 1025-летию крещения Руси. На этом мероприятии обсуждалось значение крещения Руси в становлении российской государственности, развитии образования и культуры. Цель – вспомнить наши истоки, проанализировать этапы развития христианства, приобщить детей, взрослых к истории развития, возникновения христианства на Руси, к истории вообще великой, замечательной истории России. Начало конференции положил молебен святому равноапостольному князю Владимиру. Его совершил благочинный Задонского церковного округа иерей Владимир Силантьев со служением духовенства благочиния. Учащиеся средних и старших классов со всего Хлевенского района в своих докладах рассказали не только о святых равноапостольных князьях Ольге и Владимире, но и попытались найти ответы на проблемные вопросы истории. Например, развенчать миф о насильственном крещении Руси. Русь крестилась не насильственными методами, как сейчас многие утверждают, а крестилась добровольно. Люди принимали веру, потому что народ был разрознен разными богами. Допустим, новгородцы верили Велесу, киевляне верили Перуну. И общая вера, она сплотила народ. Так в 1380 году, во время монгольского ига, ведь именно православие, православная вера дала народу ту силу сопротивления, с которой она боролась с монголо-татарским нашествием. Я считаю, что такие конференции, они как бы для жителей русского государства они очень важны, так как мы должны знать свою историю, знать свои корни, и все-таки на таких конференциях мы получаем очень много знаний о своей родине. Также на конференции состоялась церемония награждения победителей и призеров муниципального тура Олимпиады по основам православной культуры. Участники конференции смогли оценить выставку тематических рисунков «Творческое приветствие» учащихся Стародубовского филиала лицея села Хлебное Анны Филатовой и Алены Родионовой. Декабря в клубе железнодорожников города Грязи прошел традиционный новогодний концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Или, как говорят организаторы, с огромными возможностями. Есть люди физически здоровые, крепкие, успешные, но, к сожалению, с такой какой-то уродливой душой, общаясь с этими людьми, видишь такую необыкновенную чистоту, такую огромную любовь, такой свет, что вот к этому хочется прикоснуться. Это что-то такое настоящее, без чего вот когда ты с этим соприкасаешься, уже просто не представляешь своей жизни. Перед началом православная молодежь города вручила буклеты о значении Рождества Христова своим землякам.
В этих буклетах отразились истории возникновения праздника, песнопения Рождества, колядки. Основные какие-то тезисы, основные этапы прохождения праздника, как люди к нему готовятся, про пост, про колядки. Все здесь указано в этих брошюрах наших. И нам хотелось бы, чтобы в первую очередь людям захотелось не просто только ознакомиться с тем, что здесь написано, но и узнать самим, поточнее об этом празднике, как-то проникнуться этой всей атмосферой Рождества и как-то по-новому на него взглянуть. Вот мы сегодня спрашивали у многих, что для них значит Рождество. Ну, большинство людей отвечали, что это светлый праздник, что это радость, веселье, подарки. Но хотелось бы, чтобы все-таки они побольше знали об этом празднике. Каждый год администрация города, Русская Православная Церковь и предприниматели готовят для детей с особым взглядом на мир новогодний праздник, который собирает улыбающихся снеговиков, бабочек, принцесс и других героев сказок. Дети ждут чуда, когда сказка оживет и приблизится к ним. Душевная атмосфера праздника передается всем присутствующим. Чтобы та любовь, которая присутствует в вашем сердце, обогрела и наши сердца. Чтобы вас всегда окружали заботливые люди, все мы были одной семьей. А в хорошей семье что делают люди? Помогают друг другу. Помогают, разделяют так свои таланты, свои ресурсы, чтобы хватило на всех. Пусть Господь помогает вам в наступающем году. Хотелось пожелать вам здоровья, помощи Божией, побольше радости, чтобы вы как можно больше радовали своих родителей и дарили всем улыбку, улыбки и радость. В нашем обществе живут абсолютно разные люди. Есть такая категория, есть и другая. Для того, чтобы им как-то было вместе комфортно взаимодействовать, вот для того и проходят эти мероприятия. Ну а самая главная цель, конечно, помочь адаптироваться, пройти какую-то определенную социализацию этим деткам, их родителям. Каждый ребенок на празднике получил подарок. Ну а к тем, кто не смог прийти на елку, сказочные герои вместе с клириком Никольского храма Иереем Ростиславом Вольчуком отправились домой. Появление сказочных персонажей на улице обрадовало и маленьких жителей города. Много радости получили и те, для кого был организован праздник. Пускай Господь помогает тебе во всех твоих делах, укрепляет, посылает здоровье, посылает, чтобы меньше разочарований каких-то было, чтобы ты не переживал, не унывал. Меньше плакал, больше радовался. А если плакал, то от счастья, чтобы все слезы были от счастья. Новогодняя елка стала чудом не только для детей, но и для организаторов. Что может быть отраднее улыбки на детском лице и звонкого смеха? Второго января церковь вспоминает праведного Иоанна Кронштадтского. 53 года он был настоятелем Андреевского храма портового города Кронштадт. Отец Иоанн часто посещал дома бедных, где раздавал свое жалование, а когда не оставалось денег, отдавал одежду и обувь. Второго января в четверг церковь чтит святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского. Его имя входит в собор Липецких святых. Много сил и времени святитель уделял обустройству монастырей, вопросам духовного образования и делам милосердия. Владыке Антонию было суждено обрести мощь святителя Тихона Задонского и быть инициатором его скорейшего прославления. В пятницу 3 января мы вспоминаем святителя Московского Петра, всея России чудотворца. Его правление паствы пришлось на тяжелые времена татаро-монгольского порабощения. Важным делом святителя Петра было перенесение митрополитчей кафедры из Владимира в Москву. Честные мощи этого святого находятся в Успенском соборе Московского Кремля. Память великомученицы Анастасии Узорешительницы совершается в субботу 4 января. Она была дочерью знатного богатого римлянина. Святая сострадала заключенным в темницах, она приносила узникам пищу, одежду и лекарства. В 304 году при правлении римского императора-язычника Диоклетиана она пострадала за Христа. За бескорыстную любовь, милосердие и сострадание к людям она получила наименование Узорешительницы. Наступление Нового года – важное событие в жизни любого человека. Однако перед многими православными христианами встает вопрос – отмечать ли его или забыть о нем вовсе? Ответ вы узнаете в нашем репортаже. С самого раннего детства все мы привыкли тепло и радостно отмечать Новый год, получать и дарить подарки, ходить в гости к близким людям. Хотя в последнее время празднование Нового года зачастую сводится лишь к бесконечным походам по магазинам, неограниченному застолью и веселью.
Скажите, почему в нашей стране Новый год отмечается больше, чем Рождество? И какой вам праздник ближе? Мне, конечно, ближе Рождество, но Новый год, я думаю, отмечают, потому что он первее, как вперед Рождества наступает. Если бы Рождество было бы у нас 25-го, наверное, по католическому, мы бы, наверное, Рождество все любили, потому что ждут-то люди праздник с нетерпением, я так думаю. Ну, а так Рождество, конечно, оно ближе, все-таки такой святой праздник. Я не считаю, что Новый год в нашей стране встречает больше людей, чем Рождество. Я предпочитаю и люблю праздник Рождества Христова, потому что это великий праздник. Я его люблю больше. Новый год – семейный праздник, а Рождество – это уже после нас, собственно, пришло. Мы воспитаны не на Рождестве были. Поэтому, наверное, наш все-таки тоже много такого возраста людей. Христиане наши отмечают, правда, наверное, больше Рождество все-таки. А молодежь, я думаю, что отмечает больше Новый год. Встречаемся с детьми, со своими родственниками. И как-то более веселей. Единственное, что мешает, что это праздновать, как говорится, Новый год, мешает пост рождественский. А так, в основном, конечно, Новый год. Традиция отмечать новолетие очень древняя. Она существовала еще до возникновения христианства. В России дата празднования Нового года несколько раз менялась. Исторически Новый год праздновался в начале до 15 века в сентябре. 1 сентября великий князь и митрополит выходили на соборную площадь, служился водосвятный молебен. Митрополит окорплял князя святой водой всех присутствующих. Князья дарили людям подарки. Никто не уходил неутешенным от этого. Но со временем Петр I перенес празднование Нового года с 1 сентября на январь, как это было принято во всей Европе. Начиная с 1918 года, Новый год празднуется 1 января. Новый год приходится на время рождественского поста. Церковь не придает исключительно важное значение этому празднику. В то же время быть человеком постящимся значит уметь сочетать мудрость с простотой. Люди, которые готовятся отметить Новый год, готовятся приобрести подарки и подумали бы над тем, кому бы можно было подарить подарок. Тому, кого знаешь и кого любишь, и от кого сам ждешь подарок. Или тому, который нуждается в какой-то помощи. Многодетная семья, люди неимущие. Вместо того, чтобы покупать петарды и стрелять их в воздух, лучше было бы купить какую-то нужную вещь человеку, который нуждается в помощи, которую мы вообще не знаем. И тогда тому будет приятный Новый год и нам. Мы что-нибудь сделали доброго в рождественский пост. Еще один немаловажный вопрос – как встречать Новый год так, чтобы его празднование не омрачало пост и не смутило душу накануне Рождества? В нашей семье Новый год особо не празднуется, но по желанию детей мы после вечернего новогоднего молебна делаем скромный постный ужин. И после этого иногда мы выходим на прогулку. Каждый год разная погода, поэтому не всегда по-разному получается. Среди молодежи, скорее всего, Новый год. Но что касается лично меня, то я люблю Рождество, потому что это душевный, религиозный праздник, семейный праздник, чудесный праздник. Это чудо, чудо-день. Приходит Новый год, новые даты, и все. Там 12-е, 13-е, ну что, и слава Богу, что пришел Новый год. А Рождество – это рождается Спаситель, Он нас спасает. Спаситель есть Спаситель мира. Дата Нового года – это время подведения итогов, возможность принести Богу благодарность за прошедший год, попросить Его помощи на наступающий. В Православной Церкви существует молебен на начало Нового года, который 31 декабря – служится во многих храмах нашей епархии. На один год мы повзрослели, на один год мы стали ближе к тому рубежу, которому нам придется давать ответ. И когда Новый год оканчивается, было бы полезно каждому прочитать 13 главу Евангелия от Луки, которая описывается, как хозяин пришел в сад, в виноградник, посмотреть на свое насаждение. И увидев бесплодную смоковницу, сказал винограднику, нужно ее срезать. А виноградник говорит, господин, оставь ее еще на один год. Я ее обкопаю, обложу навозом, буду поливать. И если она в этот год не принесет никакого плода, тогда мы ее срежем. И, наверное, это относится к каждому из нас, и Господь от каждого из нас ждет плодов. Но если из года в год мы плодов не приносим, если мы не подводим итоги своей духовной жизни в уходящем году, то тогда и мы неправильно себя настраиваем на Новый год. А еще Новый год в наше разобщенное время – это очень хорошая возможность и повод собраться вместе. На Новый год многие люди загадывают желания. И надеяться, что это желание сбудется.
Но мы понимаем, что это желание не может кто-то осуществить отдельно. Его осуществляет тот, кто более сильный, чем мы. То есть все эти же новогодние желания – это наша надежда на то, что Господь по своей любви, видя нашу веру, исполнит то, что мы у Него просим, если мы этого заслужили. Хотелось бы пожелать, чтобы из людей православных никто не задумывался над тем, какой год начинается. Год змеи, год лошади. Пусть это всегда, блин, год семьи. Потому что, обретая семью, и человек становится семьянином, полноценное счастье может получить только в семье. Если это монах, у него монашеская семья, у него свое счастье. У людей, которые имеют свои семьи, свои дома, они стараются свою семью сделать счастливым и сами в этой семье быть счастливыми. Как видим, Новый год – это праздник семьи и крепких отношений, и он совсем не противоречит содержанию поста. А еще это время, когда мы можем подарить окружающим свою любовь и доброту. Рубрика «Тебе поем» представлена фрагментом концерта мужского хора Сретенского монастыря. Они исполнят марш сибирских стрелков в обработке Федора Степанова. Молчаливой грозной тучей полетут сибиряки. Молчаливой грозной тучей полетут сибиряки. Их сурово воспитала молчаливая тайга. Наша передача подошла к концу. Мы поздравляем вас с наступающим новолетием и желаем крепкого здоровья, помощи Божией и душевного спасения. До свидания!